Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня у нас на обзоре игра, которая называется Ador. Русского нету, так что погнали, выбираем слот для сохранения, и погнали сразу. Буду играть на клавиатуре с мышкой, не знаю, под что тут настроено вообще управление, может и на геймпаде было лучше. Так, в начале Дракар, год существ, создававших все, использовал какую-то эссенцию. Для чего ты ее использовал? Ну, чего-то это место, короче, погрузилось в хаос. Это из-за того, что он это эссенцию использовал? Да ни хрена себе. И столкнулись, короче, разные монстры в сражении. Дракар и другой Дракар. Короче, несколько их Дракар было. Короче, между собой они, видно, что-то не поделили. В замке Дракара под его лапами что-то там... А, в его лапах вот эта фигня, короче, в него вошла. Короче, он ее поглотил. И дальше-то что? Ну, поглотил он эту фигню. Как это не очень впечатляющая у нас заставка, ну, слушайте, зато арты выглядят, смотрите, офигенно просто. Так, ну давайте смотреть, мы куда-то перемещаемся, так, хорошо. Мы вот такой вот человечек, который типа не может ходить. А как нам перемещаться? Ага, все, я понял, перемещаться нам просто. Так, а стрелять мне кто-нибудь как-нибудь скажет, как? Я же могу посохом, наверное, ударить или что-то. Хм. Очень странно. Я не знаю даже, как сражаться. Тут уже есть первые враги. А, наверное, надо в управление сходить. Настройки управления. Так. А, взаимодействие на F, карта. Обилки на X есть. А сражаться типа тут нельзя, что ли? Обилки на X. Ну-ка. Нифига, я не могу никакую обилку использовать. Короче, у меня есть только кувырок, и все. F. И что я делаю? F. Захват. Да подождите. А, мне надо вот так его в кругу держать. А, я не успел, он меня замочил. Ну, очень как-то странно. Я хрен его даже знает. Арт прикольный, но я не понимаю вот этого вот управления. Очень не понимаю. Короче, мне получается надо врага держать. Как-то... Да я же не могу. Вот так, надо отходить. Надо... Блин, надо вот в этом радиусе держаться, прикиньте. Во, есть. Хорошо, мне... А лечиться мне как? Так, ку. Во, я теперь могу... О, прикольно, я могу... А если удерживать, я могу запускать прям. Классно. Так, ладно, давайте двигаться дальше. На Q у нас, значит, запуск зверя, которого я себе... Так. Все. Блин, это прикольно. Слушайте, ну если разобраться, то достаточно неплохо. Так. И куда же мы движемся? А чё у нас так музыка громко стала играть? Мне это не особо нравится. Так, настройки. Вот так, давайте. Чуть-чуть потише сделаем, а то что-то так. Recall. All. А я не хочу. Я
не хочу всех животных отпускать. Так, а я типа сюда могу пробраться? Нет. Так, во. А, типа поставить сюда всех. А это что за кнопка-то? А, вверх. Как мне эту кнопку-то нажать? Эта кнопка вверх. Она у меня, соответственно, не срабатывает. А, это shift. У нас, ребята, это shift. Recall. И... Короче, понятно. Мне тут показывает, что я типа... Или как-то мне надо... Не может мой хорек пройти тут. Специальные обилки. Вот мне типа нужно рекол сделать так. И удерживать, да? Подождите-ка, я, по-моему, начинаю соображать. Надо туда перекинуть, типа. Как-то мне надо на ту сторону перебраться. Только я пока не понимаю, как. Или мне все-таки вот сюда куда-то нужно... А, все, я прошел. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, валим. Нифига себе. Да валим. Ух, это было опасно. Я чуть не сдох. А в кувшинах-то... Так, а как мне жизнь-то пополнять? Тут есть какое-нибудь место, где я могу... Так, фатальный урон... Какой нахрен еще фатальный урон? Мне бы тут жизни... Так. Тап. Мекро. Мекро. Это, ну, я хрен его знает, что это капибара, что ли, какая-то. Так, у меня есть посох, квесты, бестиарий. Понятно. Что ни хрена непонятно. Не, на клавиатуре я даже не знаю. Мне кажется, не особо удобненько играть. Ох ты, нифига себе. Они атакуют-то нормально. Зона зачищена. Так, и смотрим, что у нас тут есть. Тут у нас пока туман темный. Ну, кстати, музычка прикольная. Громкая все равно, хотя я поставил вроде, чтобы она не сильно громкой была, но лупит. Либо у меня громкость, может, в наушниках сильно... Ух ты, ни хрена, я не хочу с этим, я не хочу с ним сражаться. Ай, Айксер? Наконец-то я нашел тебя, Дракнар. Дракнар? Ты, я давно тебя искал, я знаю, что внутри твоего человеческого тела находится. Ты... Мой сын, рожденный в моих крыльях. Чё ты мелешь? Чего? А, то есть ты решил сказать, что я твой сын, рожденный в твоих крыльях, и потом меня лупануть, да? Ну, очень ты странный монстр. Хотя я не знаю, может, я сейчас какие-то способности от него получу. Да я вообще маленький ребенок, чего он от меня хочет? Какой я нахрен сын демона какого-то? Просто жесть. Вы представляете? Эй, а что это он меня поглотил, что ли? Вместе еще и с посохом моим. Замечательно просто. Классный у нас папашка такой. Что он со мной сделал в итоге? Блин, ну тут прикольные арты, прям реально их интересно разглядывать. Что? Что? Что произошло? Где я? Так, это место может немножечко тебе помочь вспомнить. О чем ты говоришь?
Дракнар. Как ты думаешь, что произошло? Кто я? Что произошло? Ты бог созданий? После 15 лет заточения в моем теле ты наконец-то услышал меня, дитя. Что? Иксар не смог убить тебя? Да. Короче, история очень мутная. Они между собой говорят, да ты сумасшедший, да сам ты сумасшедший. Новое задание. Так, наверное... О, F. Что это у нас на F? Мы можем подлечить существо? Или как-то его прокачать? Нет. Так, депозит. Как тебя подлечить, дружище? Создать новую синергию с Миеной? Блин, ну прикольный такой суслик, наверное. Так. Куда по итогу-то нам нужно идти? О, какой-то сундук у нас есть. Давайте откроем, что у нас есть в сундуке. Соответственно, это сундук, куда мы можем что-то складывать, да? И это все. О, и сразу портал. Ну, давайте сразу. Тебе нужно поговорить с Миеной. Миена! Ты где? А где она? Тут никого нету. Где мне эту Миену-то искать? Сейчас мы найдем Миену без проблем. Миена, алло. Так, а в дома я заходить не могу. То есть тут у нас есть, кстати, таверна. О, смотрите, а это что такое? Это что такое? Я с этим тоже никак не могу. А, мне стрелочка же показывает, куда нужно идти. Не обратил внимания. Не Миена, Маена. Что, кто ты такой? Что ты тут забыл? Ну, меня зовут Луха. Я думаю, Дракнар тебе рассказывал обо мне. Ты хочешь головы своей лишиться, да? Дракнар мертв. Ты не знал, что ли? Серьезно, хватит об этом говорить. Короче, что-то не нравится ей, что мы этот разговор затеяли. Так, куда нам поговорить? Так, что, тренироваться? О, водичка. Я могу водички напиться. Активировать специальную способность. Угу, хрен бы там. Ничего мне не активируется, тогда давайте по стрелочке бежать. И в портал, все, мы теперь можем. Так. Open. Bring a creator for you. И чё? Иди, take it. Новое существо. Так, у меня теперь их двое, что ли? Так. Во. То есть у меня теперь двое. Так, и вот сюда мы можем в лес пойти, да? Так. Выберите объект. Да хрен узнает, что-то это, наверное, самый жесткий. Наверное, на первую поставим. Ну, вообще хотя бы выжить тут уже. Ай, куда ты? Куда ты? Не надо бежать так. Так, ладно. Мы живы, это уже хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, бежим, 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 бежим. Да ни хрена себе. Во, зона зачищена, и мы даже золото немножечко нашли. Телепортироваться мы тут можем, но я пока не хочу. Открыть карту. Так. Ну все, я понял, мы куда там, подождите, мы можем и туда, и сюда бежать. Ну давайте сначала вот сюда, поближе. Забежим. Ай-ай-ай, так. Уэу, запускаю прям. Ай, монстры. Охренеть, тут сколько монстров. А чё, вы так и будете за мной носиться? О, они ещё между собой, что ли, дерутся? Куда? Куда монстр-то?
Монстр, короче, пипец. Чё-то тупит. И, кстати, у него жизни-то хрен да ни хрена. Так, ну, вроде мы тут всех зам... А, еще один. Еще один. Все, зона зачищена. Замечательно. Наш маленький хорек. Тебе нужен ключ. Да зашибись. То есть мне еще и ключи какие-то тут надо находить. Я ничего не могу, получается, открыть, да, тут? А где мне ключи-то брать? Так, а тут? А тут тупик. А что у нас, судя по карте, два сундука и больше ни хрена нету. Ну просто классно. А почему мне сразу про ключи-то не сказали? Я бы, может, где-нибудь их поискал. Для начала. А так мне приходится... бежать просто так. Так, панель. Зверь. Так, блин, у меня зверек на самом деле очень малой жизнью обладает. Давай, добивай. Все, отличненько. Но сейчас странно. Во, я бы хотел, чтобы я сам сражался. А получается, ни хрена не могу. То есть у меня только зверек мой. Может, мне как-то... О, нифига себе. Тут двое их. Давай, давай, добивай. Ну, в принципе, можно легко побеждать. А у нас тут, получается, проход-то один. Да? Да, точно, проход у нас один. Значит, бежим сюда. Вперед. Блин, и пока этот, короче, гаденыш, маленький мой звереныш не добежит. Ой, они его тоже, короче, лупят. Бам, бам, бам. Главное, чтобы нашего зверька не убили. Потому что если его убьют, то это... Опа, подождите-ка. Так, собрать. Я какие-то грибы собрал. И мы, типа, можем уходить. Вернуться. Так, и мы что нашли? Это все, что мы нашли? Хорошо. То есть мы вот так вот вылазки разные делаем тут. И это чудесно. Как мне моего... О, отлично. Мы вылечили своего хорька. И типа можем в следующий портал идти, да? А лес что, типа, не считает? А, у нас, видите, исчезают потихонечку вот эти вот. То есть потихонечку мы с разных уровней сложности, видимо, проходим. Сейчас мы тогда быстренько это тоже... Ой, тут отличаются уровни-то, смотрите. Так, и что это такое? Да, я понял, что карту я могу... О, здоровье. Скорость движения. Здоровье. Лучше пусть побольше здоровья будет. То есть мы потихонечку, смотрите, еще себе прокачечку можем мутить. Так, у нас, судя по всему, был один всего лишь проход. Так, бах. Так, вот этот здоровый тип, с ним лучше... не связываться. Да ни хрена себе. Ты чё там, смеешь меня еще ударять? Так, что у нас по карте? По карте у нас, получается, мы можем вот сюда забуриться. Ой, это было неожиданно. Хотя... Очень даже хорошо. Опа, еще один. Бэу. Зона зачищена. Замечательно. И теперь сюда можем забежать. Так, тут у нас опять дохренища врагов.
Еще не зачищена зона. Так. А в кувшинах-то что-нибудь может попадаться? Мы вот просто можем их разбивать, а смысл-то от них тогда? Просто для наполнения карты? И все, так, тут где-то еще должен быть враг. Потому что... Ай-яй-яй, ты ни хрена... Ох ты, ни хрена! Он меня как долбанул-то. Ты что творишь? Все, зона зачищена. Так, откройте... Да в смысле откройте карту? А что получается, мы тут ничего не нашли? Тут даже ни сундуков, ни ключей, ничего не было, да? Классно, значит нужно возвращаться. Ну хорошо, что мы именно сюда пошли. А то иначе мы бы там дошли до точки. И нам бы сказали, что там надо выходить. А тут у нас уже получается, видите, в полном... направлении движемся именно к концу этого забега. Я не знаю, блин, сейчас боссы-то будут какие-нибудь. Тут все сложнее, под конец все сложнее и сложнее. Хотя врагов-то вроде не так уж много. Я уже даже, смотрите, приноровился. Вот, вот эта фигня вот опасная. Вот это олень или кто это? Да ни хрена ты, как ты его бьешь-то так? Мне же сейчас он, мой хорек может сдохнуть. Так, наверное, надо тут... Атака! Есть. Зачистили зону. Ой, у нас, смотрите, что я нашел? Чё? Ляньте, чё я нашел? И все. Ну, типа, мы сейчас должны с этой карты уходить. А где? Откройте карту. Так, где у нас выход? Типа, мы вот должны вот сюда вернуться или что? Давайте телепортируемся. А я просто не знаю, нам сейчас даст выйти отсюда. Мы же, по сути, должны в портал нырнуть какой-то. Ну-ка. О, мы тут не были еще. И сейчас мой хоречек сдохнет. Да? Так, не назад, назад, назад. Так, есть. Ух, блин, как бы мне тебя не потерять, дружище. Есть. Зона зачищена. О, и мы как раз получили дерево. Это хорошо. А что у нас по карте? Мы больше никуда не можем пройти. Все, выходим тогда. Да-да-да, я полностью согласен, что мы... Барсук или бобер, хрен его знает как его. Капибара, енот, хорек, суслик. Короче, он прям очень это самое плохо себя чувствует. О, он ранен. Курсет. Отравлен. Так, а как мне его лечить? А как мне лечить-то? Как мне лечить-то? О, я сундук могу открыть. И могу туда дерево. А как мне перекладывать-то? Я не могу. Артефакты. Вот у меня есть деревяшка. Качество плюс. Соответственно, я ее переложить-то никак не могу. Странный. Странный ящик. Так, и мне опять говорят, типа, нырять туда. А как мне нырять туда, если у меня бобер полудохлый? Ну, давайте хотя бы посмотрим просто...
Да, смотрите, у нас, видите, разные вещи открываются. То есть нам по-любому нужно вот это вот пройти миссию точно, чтобы уже какие-то там следующие открылись. И плюс дополнительно, видите, то есть у нас прибавляются предметы, которые мы можем найти. Ну, слушайте, игра, я бы сказал, выглядит визуально круто. То есть достойно. Управление не знаю. На клавиатуре точно неудобно играть. На геймпаде может быть даже очень ничего. По остальному сказать не могу. Какие-то святые фрукты мне надо. Holy fruits. Чтобы вылечить мою капибару. Ну, пока не могу этого сделать. В общем, ну, блин, тут еще и русского языка нету. Интересно было бы прям читать историю, которая тут есть. А тут на ходу, пока переведешь, половину, блин, неправильно. Потому что очень спешишь, не успеваешь в смысл вникнуть. Вот. Так что, я могу сказать, игра хороша. Игра интересна. На геймпаде, мне кажется, вообще будет очень удобно играть. Но, с другой стороны, могу сказать, что не всем такое понравится. И тем более... Без русского языка непонятно. В общем, вот такая игра у нас сегодня на обзоре. Может, кому-нибудь она приклянется, и вы сами будете ее проходить. На этом сегодня все. Если понравилось это видео, сами знаете, что делать. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Это помогает каналу развиваться, немножечко больше просмотров набирать. А с вами был Пип, как всегда. До скорых встреч. Увидимся. Пока.